Всем привет! Это видео по игре «Пятница 13-е», и сегодня мы поиграем с русскими стримерами и ютуберами, и, короче, с англоязычными ютуберами. В общем, пати веселая. Good luck, guys. Yeah, good luck. I wanna be Jason! I wanna be Jason! Блин, не я Джейсон. Печаль, беда. Так, трусцой. Бегать трусцой — это самое правильное решение, когда ты играешь в игру «Пятница 13-е». Почему? Потому что тебя не так заметно, когда ты бегаешь не на щифте, а вот через X. Это лучший вариант, ребята, чтобы выжить. Ну, давайте попробуем поиграть, попробуем не умереть, попробуем найти нужные вещи и, конечно же, попробуем немножко потроллить англоязычных стримеров. Только надо рацию найти, то было весело. Да, я смогу реально повеселиться с ними. Был у меня в одной катке дружбан Алан. Ну, у него ник Алан был. Сам он фиг знает откуда. Стример. Но мы с ним вообще катали просто бомбезно. Жаль, сейчас его нету. Так. Так. Ножик, да ладно, хорошо. Это уже очень-очень хорошо. Но пока ничего стоящего. Мне рация нужна, чтобы слышать ребят. Потому что... Ух, чуть не попался. Так. Такое тоже бывает, когда ты сам ставишь ловушку, а потом сам не попадаешься. Это, конечно, печальный случай, но такое бывает. Что у нас тут по домам? Там шастают, тут шастают. Везде шастают. Ну ладно. Дом уже, походу, облазили. Че, пойдем проверим за ребятами, вдруг что оставили. Я играю за пухлиша, прости, я не помогу, наверное. Димон, у тебя что-то нашел? Рацию нашел? Нашел, у меня и батарея есть, давай, пойдем чинить. Подожди, Диана, ты там с чем бегаешь, с бензином? Короче, у меня ничего толком нету. Блин, у меня тоже батарея. Ты какую тачку пойдешь чинить, правую, левую? Ну, Диана, Димон, идут что-то чинить. Так, нет, это мне не надо. Нафиг мне это. Тема. Блин, ничего нету, что ж за... Что ж за... Тут что-нибудь ценное есть? Ладно, иду с пацанам. Иду к пацанам. Надо вместе смываться. Только что, где машины вообще? А, они ту машину чинят. Ну, блин, их очень... Их много. Hello, guys! Yo, hello! I hate Jason because he stole my yours. He was my boyfriend, but then he threw me. This reptile must die. Надеюсь, они поняли, что я не хочу. Ключи, бензина нету, офигеть. А тот дом проверить надо. Блин. Так, хорошая тема. Отличная тема, закрываем дом. Что-то не понял, этот дом никто не проверил, что ли? Да ладно. Серьезно, что ли? Не проверили дом? Так, главное, чтобы никто не зашел в двери. Ах ты, стоп, я их закрыл, уже не войдут так просто. Вот. И не нарвался на мой капкан. То будет обидно, если в капкан попадется не маньяк, а несчастный выживший. Это будет очень-очень печально. Опа, Джейсон начал искать. Надо быть крайне осторожным. Чуть, вообще ничего нет. Чуть, либо мне не везет, либо я не понял. Но тут... О, газ! Так, это берем. Берем газ.
А кто-то ключи нашел? У меня есть газ. Я сейчас заправляю машину, которая ближе к западу. Меня кто-то слышит вообще, ребята? I have gas. Someone have key. Катеру, you have key? Okay, let's go. Okay, okay. Okay, sit down in car, yeah. Guys, we have a key. And we have a car. Fixed it. I'm out of here. Let's go. You can drive? Ты не русская случайно? А то я напрягаюсь тут. Нет, по-моему, она не русская. А кто там сел? Не, если он перед нами появится, это будет жопа. Жесть, ну быстрее, ну малыш. Ну блин, давай, подруга. Пой еще, sing song, let's go. You're the best songer ever, I know. Thank you so much. I actually was on American Idol. Oh, that's nice. Do you not believe me? I believe you. В общем, по-моему, все мы убежали, да? Нет, не... да, почти все убежали. Чё-то как-то очень легко было, если честно. Но пришел? Кто? Какого? Какого? Я убежал. Почему я вернулся? Не. Какого, блин? Меня вернули. Так, ладно. Хорошо, как отсюда еще можно убежать? Давай, бежим. Шикарно. Игра просто шикардос. Я убежал, понимаешь ли? И меня вернули за Джарвиса. Говорят, нет, пацан, ты не убежал. Пацан, тебе надо еще отыграть один раз. Это если я второй раз убегу, это будет двойной побег. Но что-то у меня чуйка просто подсказывает, что вот не убегу я второй раз, то закончится это все для меня крайне, крайне плохо. Так. 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 Рация есть. Ладно, нормуль. Это мне не надо. О, батарея. Батарея. Пошли, быстро. Быстро. Guys, I have a battery. I repair a second car. Блин, неужели я второй раз на второй машине уеду? О, блин, а здесь даже нету бензика. Ну надо. Чё-то меня никто не слышит. Я как будто... глухой. I need gas. Ключи есть? Ключи есть? Нет, ключей нету. У меня нет, я за Джарвиса. Я уехал раз и пришел за Джарвиса. Надо ключи искать тогда. Hope I'm doing this right. Ищите свои ключи. Мальчики. Yeah, I just didn't have time. And yeah, где ты ключи видел? Все заправлено. У меня не было ключей, нет. Там была. Да господи, сколько уже у вас там оружия? Ребят, я застунил его, бегу за ружьем. Его. Короче, существо. А ружье-то я забрал. Ты забрал мое ружье Джарвиса? Ладно, бери. Теперь это мое ружье. Ладно, тогда я возьму, что я возьму. Я не знаю, что взять. Но я что-то возьму. Что-то. Джейсон, выходи один на один. Я и ружье. Да блин! Бум! Джейсон, что ты... У тебя что-то не складывается, Джейсон. О, за что? А почему я замерла? Я прям что-то мру? Да, сейчас должна отмереть. Все, готово. Я одно не понял, чего меня вернули на карту? Я уехал себе спокойно с двумя, по-моему, другими людьми. И меня взяли и вернули. Сказали, мол, пацан, иди еще раз сражайся. Слишком хорош был. Оу, успокойся, стой! Давай жить дружно! Нет, не будет, нет, только не сегодня. Ну что ты такая злая?
Look at! Мне же Джейсон, Джейсон, Джейсон тебе! Серёж, это ты? Скажи. Бежим, бежим. Джейсон, make her put on some pants! Джейсон, wanna kill me? Стоп, у нас один англичанин остался. Ну, англоязычный, да, игрок? Так, ладно. Восстанавливаем силы и уходим. Что надо сделать? А сколько вообще выживших осталось? А, это у нас... Я не понял, что это я залагал. Знаете что? Где бы меня понакидали? Вот так, с пизданчиком. Карьеру. Не пугай меня! Как это не пугать? Я рожден для того, чтобы пугать. Рожден или рождена? Я же Джейсон. Не входи так сильно в роль. Не входи в роль. А то что? Страшно очень. Так должно быть. Ладно, да. Самой страшно. Я тебе не дамся, я буду биться до последнего. Ты где? Ой, блин. Ты где, под кроватью? Конечно, я люблю под кроватями прятаться. Это идеальное место, чтобы скинуть Джейсона. С кровати, видимо, скинуть, да? Джейсон, может, ты не будешь меня убивать? Мы тут подружимся с тобой. Смотри, кровать есть. Джейсон, хорэ, успокойся. А что ты мне за это дашь? Я... Чью голову ты мне предложишь? Я предлагаю тебе голову... Не знаю, всех. Сейчас я скажу все, что хочешь слышать. Хорошо, я меня твою жизнь Билли Бейла и Тиантами. Двоих сразу на одного, это нечестно. Ну ты же Томми Джарвис, ты так хорош. Ты не хочешь, да? Придется убегать от тебя. Я тебя услышала. Я тебя услышала. Так, куда? Да, блин, я промазал по тебе! Чёрт возьми! Мне и правда перестать играть на джойстике? А ты на джойстике! Вот почему ты так тяжело попадаешь. Куда можно долго еще водить? Так, у нас только 3 минуты. 3 минуты. Только не вздумай кидать ножами в меня. Я же на джойстике, я уже все свои ножи выкидал. Да? А, тогда ладно, тогда я... Давай я поздороваюсь с тобой через окно. Подожди, стой, не выламывай дверь. Ну, стой. Ты меня обманула! Ты меня обманула! О-о! Ты уже ушел из дома, я зря ломаю дверь, да? Да, да, да. Так, у меня последний шанс, ребята. У меня последний шанс. Она меня обманула. Надо не говорить ничего. Слышишь этот шум? Они уезжают без тебя. Помнишь, мое предложение еще в силе? Нет, блин. Сейчас на раз... Ее предложение еще пока что. Это жесть какая-то. Пожалуйста, нет. Нет, блин. Нет. Я предлагала. Меня убили. Да, заслужили. Как так? Нет, нет. Так, а ну, ребята. Мы, конечно, могли остаться и, типа, все вместе скооперироваться и подефать там вот это все. Да, еще двое есть живых. Она же нас не слышит, по идее. Почему мы ее слышим? Слышит, должна слышать, да. Вроде. Спектаторов? Подожди, мы же не в приватном матче, нет? Нет, вот вы меня слышите же. Ну, ты уже сбежал. А, подожди. Я умер, я сбежал, потом умер. Да. За это. Ну, да, нормально. Я вообще не понял, какого хрена меня вернули. Я уехал, короче, меня возвращают. Да, да, сбежавшие тоже становятся Томми Джарвисом. Именно поэтому, типа, надо ждать. Поэтому, ну, не надлевать.
Так, ладно, ребят, вот такой вот видосик получился ржачный, конечно, меня завалили. Развели меня, вот видите, женщины коварные, развели, просто развели и закололи. Эх, ладно, пойду, не буду верить больше женщинам, никогда. Нож есть, найс. Там хороший блок был.